слушаете Радио России Ульяновск. Государственная телерадиокомпания «Волга» представляет. Программа «Будни». Факты, события, комментарии. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 5 июля. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. О планах по развитию общественного автомобильного транспорта в регионе расскажет исполняющий обязанности министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев. В городе Димитровграде и в Заволжском районе города Ульяновска органы прокуратуры защитили права группы инвалидов на обеспечение жизненно необходимыми им лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Какие медицинские препараты необходимо взять с собой на дачу? Вместе с заместителем главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, врачом-кардиологом Лилией Кирилиной, соберем аптечку садовода. Элла Якубенкова пригласит послушать свою литературно-музыкальную композицию, посвященную 80-летию написания, пожалуй, самого известного стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Проблемы в работе общественного транспорта на протяжении многих десятилетий остаются актуальными для города Ульяновска. В немалой степени это обусловлено в том числе и географическим расположением Ульяновска. Изучив карту города и его основные транспортные магистрали, обращаешь внимание на то, что Ульяновск на карте имеет форму звезды. Из его центра, Ленинского района, в другие городские районы разбегаются узкие лучи направления. И, например, до появления нового президентского моста не было другого пути, связывающего Заволжье с правобережной частью города, кроме как по старому императорскому мосту. И до сих пор он остается самой короткой, главной магистралью на этом направлении. Соответственно, в часы пик Димитровградское шоссе за Волгой и оба спуска к Волге из центра города оказываются загруженными автотранспортом. Не намного лучше ситуация и по другим районам. Попробуйте в утренний час пик проложить короткий путь из железнодорожного района в Ленинский, а вечером обратно, не выезжая на очень загруженную в этот период времени улицу Локомотивную. Или, например, попытайтесь проехать вечером из центра в дальнее Засвияжье, минуя улицу Рябикова. А еще попробуйте добраться из железнодорожного района в Засвияжский или обратно без проезда по загруженной автотранспортом улице Индинской. Это я говорю пока только про областной центр. Но ведь еще необходимо обеспечивать надежную работу общественного транспорта по всей области на межрайонном и даже межпоселковом уровне. Ни в коей мере не скрывая имеющиеся недостатки и не приукрашивая действительность, все-таки надо отметить, что в последние несколько лет в нашей области ситуация с работой общественного транспорта заметно улучшилась. В областном центре появилось много новых современных трамваев и троллейбусов. На внутриобластных маршрутах обновляется автобусный парк. О планах по продолжению этой работы говорит исполняющий обязанности министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев. С 2019 года регион активно ведет работы по обновлению пассажирского транспорта. Всего было закуплено около 150 автобусов СИМАС за прошедшие два года. А также в 2020 году в администрации города было поставлено 29 новых трамваев «Львята». Это мероприятие проходило в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», в результате чего заявка от Ульяновской области заняла лидирующую позицию, и со стороны федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 1,5 миллиарда для компенсации лизинговых платежей. Данные работы мы планируем проводить и в будущих годах. В настоящее время активно работаем с федеральным центром также по обновлению пассажирского транспорта в национальном проекте. Готовится сейчас следующая заявка. Ведем работы по изучению и оптимизации маршрутных сетей как и города Ульяновска, так и муниципального направления и межмуниципального направления. С
Кстати, по поводу сельских муниципальных образований. Напомните нашим радиослушателям о начатом в прошлом году пилотном проекте в 3 сельских муниципальных образованиях. В 2020 году был начат реализовываться пилотный проект. Он охватывает 3 муниципальных образования Ульяновской области. Это Сурский, Корсунский и Павловский район. В настоящее время вся потребность в пассажирских перевозках обеспечена, для чего из областного бюджета были выделены средства в размере 16 миллионов рублей. Это позволило нам охватить около 90 дополнительно населенных пунктов и организовать около 45 новых маршрутов по развитию внутри муниципального сообщения. Работу эту в 2021 году мы ведем. Нами изучены все муниципальные сети. Также мы планируем к этой работе привлечь наших студентов. Это профильный вуз Ульяновский государственный технический университет, машиностроительный факультет, для того, чтобы посчитать пассажиропоток, имеющийся, с целью оптимизации маршрутной существующей сети. И опять же повторюсь, что все это делается для того, чтобы обеспечить в требуемом объеме потребность населения Ульяновской области в пассажирских перевозках. А какие задачи по решению проблем общественного транспорта поставлены в городе Ульяновске? В городе мы сейчас активно участвуем с экспертным сообществом, изучаем опыты соседних регионов, где уже реализуются работы по изменению маршрутной сети. Стоят вопросы по обновлению подвижного состава, по ремонту и реконструкции существующей инфраструктуры, по организации и оптимизации маршрутной сети. Здесь делается также обследование пассажиропотока. К сожалению, 2020 год пандемии нам не дала сделать это в должном образе. Ожидаем, что данная ситуация изменится, что позволит нам принять уже конкретные решения и отталкиваться от реальных цифр, от реального пассажиропотока, учитывая ту сеть, которую мы в настоящее время имеем. Основная задача – это обеспечение качественного и безопасного пассажирского транспорта для населения города Ульяновска. И, конечно же, мы ставим себе вопрос – это обновление подвижного состава. Пока здесь есть еще к чему стремиться. Да, масса критики, масса жалоб поступает от населения. У нас в настоящее время аккумулируются все основные острые вопросы. Мы очень часто проводим совместные совещания с перевозчиками, с заказчиками перевозчиков, с администрацией города Ульяновска. И административным путем мы пытаемся решить и решаем эти поставленные вопросы. И кроме того, следует отметить, что в текущем году также из областного бюджета были выделены дополнительные средства, за счет которых в городе уже организовано несколько маршрутов по регулируемым тарифам. Максим Слугин, представляющий одну из компаний, которая занимается перевозками пассажиров, в числе главных проблем назвал дублирование маршрутов общественного транспорта в Ульяновске. В большей степени это задублированность маршрутов, то есть именно касается города Ульяновска, поэтому сейчас было высказано ряд предложений отменить какие-то маршруты, либо сократить и убрать задублированность маршрутов, что должно привести к улучшению транспортного обслуживания на территории города Ульяновска. Мы видим, что по одним и тем же улицам идет очень много маршрутов, которые водители в погоне, как говорится, за прибылью, за рублем, начинают гоняться, совершают дорожно-транспортные происшествия и идут в одном направлении. Вот если это убрать задублированность этих маршрутов, то думаем, что и будет заработка, и будет рентабельность на маршрутах, и будет порядок, что должно привести к улучшению транспортного обслуживания на территории города Ульяновска. И пассажиры будут довольны именно транспортным обслуживанием. А вот с этим мнением я, пожалуй, не соглашусь. Даже при сегодняшнем, действительно имеющемся дублировании ряда маршрутов, все автобусы по этим маршрутам в часы пик идут переполненными сверх нормы. И как снятие автобусов на одних маршрутах в угоду другим или смена движения маршрутов поможет улучшить качество работы общественного транспорта, мне не совсем понятно. Более того, у монополиста на том или ином маршруте нет стимула сдерживать цену за проезд или как-то улучшать качество обслуживания пассажиров. Он знает, что альтернативы ему нет. И наоборот, конкуренция между разными компаниями как раз позволяет и сдерживать тарифы, и улучшать качество перевозок пассажиров. Разве не так? Программа государственной телерадиокомпании «Волга. Будни». Факты, события, комментарии. В городе Димитровграде и в Заволжском районе города Ульяновска органы прокуратуры защитили права группы инвалидов на обеспечение жизненно необходимыми им лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. С подробностями нас познакомит старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Прокуратуры города Димитровграда Ульяновской области и Заволжского района города Ульяновска провели проверки по обращениям инвалидов.
Установлено, что двое женщин и двое мужчин с ограниченными возможностями нуждаются в постоянном применении лекарств и специальных средств диагностики. Вопреки требованиям закона, в 2020 году соответствующие препараты и медизделия им периодически не выдавались, в связи с чем они вынуждены были приобретать необходимое на собственные средства, потратив около 30 тысяч рублей. Аналогичные факты выявлены в отношении еще двух женщин-инвалидов, которые не могли добиться положенных им по закону лекарств. В этой связи прокуроры города Димитровграда Ульяновской области и Заволжского района города Ульяновска направили в суды исковые заявления об обязании регионального министерства здравоохранения незамедлительно обеспечить указанных граждан с ограниченными возможностями жизненно необходимыми препаратами и медицинскими изделиями в необходимых количествах, которые были удовлетворены. Благодаря прокурорскому вмешательству органы власти предоставили указанным инвалидам лекарства и тест-полоски, компенсировав соответствующие затраты. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Многие наши радиослушатели проводят летние месяцы на даче. И это замечательно. Солнце, свежий воздух, умеренный труд в удовольствие и результат – экологически чистые ягоды, фрукты, овощи, выращенные своими руками. Но, отправляясь на дачу на длительное время, не забыли ли вы взять с собой, как говорится, на всякий случай, медицинскую аптечку? Что в нее должно входить? Должна ли она быть универсальной или необходимо учитывать индивидуальные особенности состояния своего здоровья и здоровья членов своей семьи? Собрать аптечку садовода нам сегодня поможет заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, врач-кардиолог Лилия Кириллина. Сразу хочу начать с того, что каждую аптечку будет, наверное, делать под себя. Но есть компоненты этой аптечки, которые должны присутствовать при каждом выезде, на любом дачном участке, в любом случае. Что в нее должно входить? Прежде всего, это пакет перевязочных средств, то есть это бинты, стерильные салфетки, стерильный перевязочный пакет, лейкопластыри различной компоновки, это и бактерицидный ленточный лейкопластырь, и лейкопластырь, который наклеивается на рану. Кроме того, в эту аптечку должны обязательно входить дезинфицирующие средства. Это всем известные и зеленка, и йод, и другие средства дезинфицирующие, хлоргексидин, мирбицин, то есть их масса, любое дезинфицирующее средство, можно даже два. И кроме того, в эту же аптечку нужно присоединить какую-либо мазь, которую можно применять детям и взрослым. Если у вас уже есть опыт применения этой мази, ну, наверное, самая такая простая мазь – это левомиколь. Не сочтите это за рекламу, можно ее использовать и детям, и взрослым. Это вот набор, который при травмах, при каких-то вот таких состояниях. Кроме того, в аптечку должно входить обязательно тонометр, потому что, как правило, все-таки на дачу едут люди зрелого возраста, и, как правило, пребывание на даче, на свежем воздухе, какие-то огородные работы, садовые работы, плюс ко всему солнце. Обязательно должен быть тонометр для измерения артериального давления. Должен быть обязательно термометр для измерения температуры, потому что, как правило, все-таки не на 1-2 дня выезжает, на несколько дней, и никто не гарантирован от того, что кто-то где-то переохладился, там перекупался, попал под дождь, и может возникнуть температура. Должен быть термометр для измерения температуры. Он может быть любой, как ртутный, спиртовый, либо автоматический. Какой удобник? Я считаю, что вот в этой ситуации, наверное, лучше все-таки взять то оборудование, к которому вы привыкли. Термометр электронный, допустим, он достаточно точно показывает. Главное, чтобы в нем батарейка не села. Такой момент тоже возможно, если вы на долгое время едете, допустим, на дачу, да, вот об этом тоже нужно позаботиться. Допустим, обычный спиртовый там или ртутный термометр, он легко бьется, и там с ним тоже проблем много. Поэтому, если у вас есть электронный, я бы лучше советовала взять электронный на дачу. Но если вы гарантированно сохраните, чтобы он не разбился, простой стеклянный, обычный, то можно его взять. То есть, я считаю, что лучше всего пользоваться тем, к чему вы привыкли. То же самое и тонометр. Конечно, электронный тонометр, он проще в измерении. Сам человек себе легко может померить, и все данные будут на табло видны. То механическим, конечно, сложнее, потому что здесь не всегда удается померить, нужен фонендоскоп. Ну, еще раз говорю, что то, к чему вы привыкли, лучше брать вот это оборудование, потому что
когда уже поднялось давление, и выдумывать там, как и померить, это достаточно сложно. И еще хочу обратиться к людям, которые уже страдают какими-то заболеваниями. Нежелательно на дачных участках, вообще каких-то отдаленных домовых владениях, находиться одному в этой ситуации, потому что здесь должен кто-то поучаствовать. Допустим, если вдруг поднялось давление, дать лекарства, измерить артериальное давление, помочь вызвать скорую. То есть вот здесь все-таки, чтобы кто-то присутствовал, второй человек, чтобы в этой ситуации помог. Если на дачу едет человек, у которого есть уже заболевания, какие-либо хронические, в том числе самые распространенные, это заболевания сердечно-сосудистые, ну, как правило, гипертоническая болезнь, либо заболевание сердца, то, конечно, нужно взять обязательно те препараты, которые доктор уже назначал. А, как правило, эти люди уже принимают на постоянный прием какие-то определенные препараты. Обязательно взять эти нужные препараты, может быть, даже оставить дома в запасе и купить дополнительные на выезд на дачу, чтобы они присутствовали и там. И обязательно схему, которую вам отработал доктор, которую вам уже подобрали, она не должна ни в коем случае изменяться, срываться. Вот эти препараты, которые вы на постоянный прием имеете, любые, от любых заболеваний, они обязательно должны быть. Просто я повторюсь, что чаще всего это сердечно-сосудистые заболевания. Но это может быть и заболевание желудочно-кишечного тракта, заболевание бронхолегочной системы. То есть эти препараты обязательно берете с собой. Но если диагноз даже не установлен какой-то, ну, предположительно, что человек переработал, перегрелся на солнце, может подскочить и давление, сердцебиение, еще что-то может случиться, какие-то такие непредвиденные обстоятельства. Конечно, в аптечке должны быть обязательно такие препараты, как корвалол, валидол, нитроглицерин, потому что понятно, что они оказывают какое-то седативное действие. Мы знаем, как их применять, традиционно они применяются, и, в принципе, применять их нужно, пусть в аптечке они будут. Их в любом случае можно выпить как успокаивающее средство, и потом уже, если что-то пойдет не так, что-то какое-то непредвиденное состояние, то, конечно, надо вызывать скорую помощь, потому что если, тем более, у вас впервые это развившееся состояние, ни в коем случае не заниматься самолечением, потому что, ну, просто с этой ситуацией не всегда бывает можно справиться, особенно на жаре, вот при такой физической нагрузке. А вот такая весьма распространенная ситуация. Работал человек на даче, и вдруг резкая острая боль в спине, и все. Невозможно ни согнуться, ни разогнуться. Как следует поступить, чтобы не оказаться в будущем в такой ситуации? В этом случае опять вернемся к какому-то набору медикаментов. Мы все знаем, что и наружные средства помогают в этой ситуации, какие-то мази. Если вы их уже применяли, то берите смело их. Если никогда не применяли, из большого арсенала можно выбрать какие-то препараты, которые можно использовать. Я не хочу называть названия этих препаратов, каких-то там фирм. Можно в аптеке спросить что-то для обезболивания костно-мышечной системы, наружного применения. И плюс ко всему препараты, как правило, не специфические противовоспалительные средства, как обезболивающие средства, которые можно принять внутрь. Но я еще раз повторю, что это на первом этапе. Но если через какое-то время не помогает это средство, то, конечно, не нужно заниматься самолечением, потому что что-то может пойти не по обычному шаблонному сценарию. Я недавно с удивлением узнал, что аллергия, оказывается, бывает не только весной, но и летом. И не только от растений, но и от укусов разных насекомых. Да, конечно, аллергическая настроенность, если она у человека присутствует, она сохраняется как в весеннее время и в летнее. Конечно, десенсибилизирующие препараты лучше всего взять. Их масса. Есть старого поколения десенсибилизирующие препараты, есть нового поколения, которые не вызывают сонливость. Любые из этих препаратов можно взять. Применить их можно, опять же говорю, не при выраженной аллергии, а, ну, допустим, при крапивницах, при таких не угрожающих жизнесостояниях, когда там нет отека выраженного такого, можно применить. Плюс ко всему, при укусах насекомых тоже гели сейчас разные, которые можно применить местно для снятия вот этого аллергического такого местного проявления какого-то укуса, тоже можно взять. Если, допустим, произошел укус змеей, потому что, к сожалению, это тоже встречается в нашей жизни, здесь, конечно, уже можно выпить что-то десенсибилизирующее до приезда, но обязательно надо вызывать скорую помощь, потому что сейчас есть и вакцины, которые применяются, поливалентные вакцины при укусах змей применяются, и они есть в медицинских организациях, то есть нужно вызывать скорую помощь, и здесь терять время не нужно. А что вы скажете про защиту от клещей? Во-первых, конечно, нужно отпугивающие средства применять. Сейчас тоже их масса дезодорантов, мазей. Конечно, одежду такую, чтобы клещи не попадали на открытые участки кожи, то есть по возможности защитить кожу от прямого контакта вот с этими кровососущими насекомыми. Но если уже в наличии клещ имеется на
кожи, то попробовать его простым способом удалить вращением легко, если он удаляется, если он недавно присосался. А если он уже хорошо присосался, то здесь экспериментировать тоже не нужно. Нужно ехать в травмпункт и уже там все действия в присутствии медицинских работников совершать. Если вы клеща удалили, он у вас есть, его выбрасывать ни в коем случае не нужно. Нужно его положить в баночку и отвезти в травмпункт. Здесь будет решаться вопрос, делать вам иммуноглобулин для профилактики заболеваний, которые переносятся клещом. Либо, допустим, если его обследуют и он не несет в себе угрозу вот какого-то заболевания, неинфицированный клещ, то можно обойтись просто наблюдением. Сейчас такие тесты проводят в травмпунктах, поэтому здесь очень нужно дифференцированно подходить. Но если вы не знаете, как с этой ситуацией справиться, то, конечно, лучше либо доехать в травмпункт. Ну, скорую помощь здесь вызывать, я считаю, не нужно. Здесь ситуация не экстренная, то есть какое-то время, и просто доехать до этого травмпункта и уже там решать вопросы с медиками. Можно ли назвать какие-то заболевания, которые с большей вероятностью, чем другие, могут проявить себя именно на даче? Поэтому к их проявлениям следует относиться с особым вниманием. Например, вероятно, к таким заболеваниям можно отнести инсульт. К сожалению, инсульты распространены, особенно эти огородные наши инсульты, когда человек с гипертонией очень долгое время находится в наклонном положении, голова в наклонном положении, низко очень, то это, конечно, способствует притоку крови и вот этим сосудистым катастрофам зачастую. Конечно, здесь, во-первых, надо прислушаться к рекомендациям доктора, что если уж у нас такая необходимость есть работать на этом участке, особенно лицам с повышенным давлением и вообще с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, конечно, нужно на огороде находиться в первые утренние ранние часы, когда нет яркого солнца, прохлада, либо в вечерние часы, когда тоже уже жара спадает, и вот прохлада уже наступает. Конечно, перед тем, как выходить на участок, лучше всего померить артериальное давление. Тонометр должен присутствовать. Понятно, препараты, как я уже сказала, тоже должны быть обязательно те, которые, как правило, все эти люди уже принимают препараты от давления. Они должны присутствовать вообще у нас и в сумке, с которой мы ходим, ездим, и обязательно в дачной аптечке. И дома должен быть запас этих препаратов, чтобы в случае, если вы вернулись, и на даче тоже лучше лишнюю упаковочку купите, пусть они у вас лежат, эти препараты. Потому что может быть увеличение дозы, и может быть больше придется принимать. Обязательно, еще раз повторю, это седативный корвалол валидол. Если инфаркт, это нужно бегом вызывать скорую помощь, потому что валидол, корвалол здесь точно не поможет. Здесь скорая помощь. То есть если боль в сердце длится несколько минут, допустим, там больше 3-4-5 минут, 15 минут не помог нитроглицерин, как если вы обычно его принимали, то, конечно, нужно вызывать скорую помощь. Не ждать, когда час-два боль пройдет сама. Нет, конечно, здесь счет идет на минуты. И чем раньше вы вызовете, тем лучше. Даже если и не подтвердится инфаркт, но вот эта боль какая-то такая, которая не проходит за грудиной, в грудной клетке, то лучше вызвать скорую помощь. Итак, я внимательно вас выслушал и начинаю собирать свою персональную аптечку садовода. Сначала я положу пластырь. Пластыри разновидности разные. Вот про жгут я в первый раз не сказала. Жгут нужен, кровоостанавливающий. Мы не будем останавливаться, как его накладывать. Артериальное, венозное кровотечение, но пусть он будет. На всякий случай. Если это артериальное массивное кровотечение, то, конечно, жгут накладывается выше раны, на час, потом с последующим послаблением, пишется время. Ну, мне кажется, уже про это тоже многие знают. Жгут в аптечке должен быть. Понятно, бинты, причем разные бинты. Бинты марлевые и бинты эластические я бы еще тоже посоветовала тоже взять. Вот, то есть вот набор бинтов разной ширины, разных размеров. И стерильный перевязочный пакет тоже должен быть, потому что ну, для перевязки ожоговых ран может быть и просто ран каких-то после травмы, потертости. Обязательно должны быть дезинфицирующие средства. Мы их кладем любые, какие есть. Это и перекись водорода, и зеленка, и йод обязательно должны быть. Ватные палочки, чтобы чем обработать рану. Или это стерильная будет салфетка, допустим. Сердечные берем, это корвалол, валидол. Препарат, который для снижения давления, каптоприл, я бы очень советовала, потому что как первая помощь идет, если что-то пошло не так и давление снижается, каптоприл под язык очень хорошо это все работает, и действительно как первую помощь можно оказать. Градусники обязательно берем в аптечку. Тонометр кладем обязательно. Ну, понятно, дачный сезон, но это нагрузка на позвоночник, на суставы, на мышечную, на костно-мышечную систему. Поэтому препарат обезболивающий, противовоспалительный, и какой-то гель обезболивающий для наружного применения я бы советовала тоже взять.
А еще я обязательно возьму какие-нибудь препараты, устраняющие проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Перечень их велик, и все наши радиослушатели, я уверен, их знают, периодически применяют и могут выбрать для себя самим. Да, правильно, мы не будем называть названия, то есть это если появилась боль, но если боль не совсем характерная, как вот она, допустим, при заболевании желудковой эпигастрии, или, допустим, она спускается, она длится дольше, особенно если это, например, дети, то не пропустить аппендицит. Поэтому здесь применять вот эти спазмолитики обезболивающие нужно тоже с осторожностью, особенно когда это касается детей, подростков. Допустим, если вы уже страдаете каким-то заболеванием хроническим, и у вас эта боль, она как обычно появилась, да, можно выпить спазмолитик какой-то обезболивающий, но если что-то не так, где-то боль появилась, другая вот какая-то кинжальная, может быть, боль появилась, да, очень выраженная, то здесь не стоит уже пить эти препараты спазмолитики, обезболивающие. Лучше все-таки обратиться за медицинской помощью. Однако аптечка садовода получается довольно объемной. Надеюсь, мы ничего не забыли? Я бы еще взяла жаропонижающие. Тоже могут понадобиться. Это распространенный наш парацетамол, он должен быть, потому что может быть простудное и просто повышение температуры даже на перегрев. Парацетамол должен быть в этой аптечке обязательно. Итак, к отдыху и работе на даче я готов. Лилия Юрьевна, что вы пожелаете мне, всем нашим садоводам и всем нашим радиослушателям? Не болейте. В самом начале Великой Отечественной войны, летом 1941 года, отправился на фронт в качестве военного корреспондента молодой поэт Константин Симонов. А в июле-августе того же 1941 года он написал стихотворение «Жди меня», посвященное своей любимой, знаменитой советской актрисе Валентине Серовой. По воспоминаниям самого Константина Симонова, это стихотворение было адресовано только Валентине Серовой и не предназначалось для публикации. Однако впоследствии он все-таки отдал это стихотворение в печать. Опубликованные стихи не только сразу сделали знаменитым его автора, но и повлияли на настроение всего народа. Люди переписывали эти стихотворные строки от руки и пересылали в письмах с фронта в тыл и из тыла на фронт, ободряя друг друга, вселяя надежду на победу и на скорую встречу. «С тобой и без тебя» – Константин Симонов и Валентина Серова. Так назвала свою литературно-музыкальную композицию, посвященную 80-летию создания, пожалуй, самого знаменитого стихотворения Константина Симонова – Элла Якубенкова. Читает автор. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. В десятитомном издании произведений Константина Симонова полюбившаяся военная трилогия «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето», за которое он получил Ленинскую премию, всего созданного им перечислить невозможно. Писатель родился в Петрограде 28 ноября 1915 года. Отец пропал без вести в Первую мировую войну. Мальчика воспитал отчим, военный специалист и командир, сын княжны Оболенской и генерал-майора дворянина Михаила Симонова прошел славный трудовой путь. В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня» с Валентиной Серовой в главной роли, поставленной театром имени Ленинского комсомола в 40-м году. Вторую пьесу «Парень из нашего города» написал в 41-м году. Охват им русской жизни и войны необозрим. Казалось, для Симонова писателя нет ничего недоступного. А история его необыкновенной любви питала это творчество до конца его жизни. Расскажем о ней.
Человек в шинели сидел на даче детского писателя Льва Кассиля в Переделкино и писал торопливые строчки. Это был уже набиравший известность поэт и прозаик, а в данный момент военный корреспондент Константин Симонов. Он писал свое бессмертное стихотворение «Жди меня», адресованное актрисе и его музе Валентине Серовой. Он случайно оказался в Москве в январе 42 года после того, как стал очевидцем и участником страшных боев с гитлеровцами, когда сам едва не погиб, пережил все увиденное и воплотил в стихотворение. Оно сделало Константина Симонова знаменитым, а для настроения народа оно имело решающее значение, по словам современников, такое же, как «Битва под Москвой и под Сталинградом». Люди от руки переписывали его, слали с фронта и на фронт, ободряя друг друга, вселяя надежду и уверенность на победу и скорую встречу. Стихотворение, сорвавшись с кончика пера, а точнее вырвавшись из его души, уже не принадлежало ему. Каждый, кто потом услышал эти стихи, просил читать снова и снова. У каждого офицера, солдата, генерала были в сердце те же слом. С такой мольбой жил на фронте каждый. Симонов произнес главное и уже одним этим навсегда вошел в русскую поэзию. Серова стала образом, портретом поколения женщин на фоне мужчин, уходящих на войну, как-то заметила актриса Инна Макарова. Эти женщины не были ни такими изящными, ни такими трогательно беззащитными, ни такими красивыми, но все они были похожи на Валю Серову. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега не тут, жди, когда жара. Когда других не ждут, позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино за память души. Жди и с ними за смертям на зло, но не
Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Стихотворение было опубликовано в газете «Правда» и облетело всю страну. И сам автор, и его друг Лев Кассиль даже не предполагали, какое впечатление произведет это стихотворение. Но такова сила любви и веры, что она движет людские судьбы. Тем более, что любовь Симонова была безответной. В 1939 году, когда на экраны вышел фильм «Девушка с характером», в титрах Валентина Половикова, дочь известной в те годы актрисы Клавдии Половиковой, значилась уже под фамилией своего знаменитого мужа, сталинского сокола, героя гражданской войны в Испании, известным под именем Родриго Матео, героя Советского Союза, летчика-испытателя Анатолия Серова. У Валентины и Анатолия был очень красивый роман. Они познакомились у своих друзей и сразу влюбились друг в друга. Серов, высокий и стройный русоволосый синеглазый красавец, проводил ее вечерним поездом в Ленинград, а потом сел в самолет и утром с огромным букетом цветов встречал уже на перроне Московского вокзала. Мог прилететь к ней в Москву с учений всего на несколько минут. Мог выписывать в небе над ее домом со своей эскадрильей «Любимая», «Валентина», «Лапа» и бросать с неба цветы. Полностью литературно-музыкальную композицию Эллы Якубенковой «С тобой и без тебя», посвященную 80-летию написания Константином Симоновым стихотворения «Жди меня», слушайте сегодня в вечерней программе радио государственной телерадиокомпании «Волга» в 19 часов 20 минут. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания.